итальянский Fiat представил американцам открытую модификацию модели Alfa Romeo 4C с кузовом Spider. Как и у версии купе, основа Spider представляет собой монококковый кузов, созданный из карбона. Однако из-за особенностей кузова дизайнеры Alfa Romeo слегка изменили крышку моторного капота, рамку лобового стекла, а также специально для Spider изготовили новые легкосплавные диски. Кроме того, версию Spider отличает от купе и дополнительные воздухозаборники, расположенные в задней крыле, ну а также светодиодные задние фонари. Как и на купе, на Spider установлен турбированный мотор объемом 1,8 литра мощностью 237 лошадиных сил. До 100 км в час Spider разгоняется за 4,1 секунды, а максимальная скорость машины составляет 265 км в час. Управляющий электронный блок Spider имеет 4 режима работы – All Weather, Natural, Dynamic и Race. В качестве опции Alfa Romeo Spider можно будет купить со специальным трековым комплектом, состоящим из спортивных амортизаторов, разноразмерных колес, спереди 18 дюймов, а сзади 19 дюймов, спортивной выхлопной системы, а вместо мягкого верха будет приложена съемная крыша из углеволокна. Продажу Alfa Romeo 4C Spider поступит летом этого года.